Прямо сейчас мы расскажем вам, ребята, об одном малоизвестном методе. За написание письма вы можете заработать до $5. Это должно быть написано вами от руки. Вам придется физически писать письма самостоятельно. Именно это мы называем работой на дому. Нам нужно немного поработать на дому, чтобы получить часть тех денег, которые вам выплачиваются, не так ли? Итак, прямо сейчас мы представим вам нашу презентацию о том, как получить вознаграждение в размере до $5 за письмо, написанное от руки. Немного о нас. Мы являемся компанией, базирующейся в Неваде. Мы научим вас, как писать письма корпорациям стоимостью в миллиарды долларов, в число которых также входит казино. 7 из 8 корпораций, которым вы собираетесь написать, вы получите онлайн-монеты. Но в этом курсе, который мы покажем вам, ребята, дамы и господа, мы собираемся научить вас, ребята, как конвертировать эти монеты в наличные деньги через интернет. Там даже написано «азартные игры», и это правда. Но также, как мы просто называем это конвертацией этих монет в наличные, немного позже вы услышите от создательницы этого видео, которая объяснит вам, сколько денег она заработала в прошлом году, выполняя точно такой же процесс, больше, чем копы, больше, чем учителя, больше, чем пожарные. Это просто потрясающе, что у нас здесь есть. Итак, весь процесс преобразования занимает буквально несколько минут. Есть одна корпорация, где конвертация монет не требуется. Так для кого же это все? Я думаю, что это для любого, не так ли? Но давайте сразу перейдем к делу. Оставайтесь дома, мамы, оставайтесь дома, папы, пенсионеры, все, кто ищет дополнительный заработок. У вас есть студенты колледжа, которые хотят, ну знаете, может быть, им нужны дополнительные деньги. У вас есть мама, мать-одиночка, которой нужны деньги на дополнительные подгузники. У вас есть отец-одиночка, которому, возможно, нужно покрыть какие-то расходы, не так ли? Итак, некоторые требования таковы, вам должно быть 18 лет. В большинстве корпораций есть пара компаний, которым требуется 21 год и старше. Вы должны проживать в США, Канаде, за исключением штатов Вашингтон, Айдахо, Мичиган и провинции Квебек. Хорошо. В конце этой статьи мы покажем вам, как вы действительно можете поделиться этой программой с другими, чтобы заработать деньги. Вы можете находиться где угодно в Штатах или в Канаде и поделиться ею с кем угодно, чтобы заработать деньги. Но для того, чтобы действительно писать в этих письмах, к сожалению, исключаются штаты Вашингтон, Айдахо, Мичиган, а также провинция Квебек. Мы научим вас тому, что нужно писать. Хорошо, мы также покажем вам, кому писать. Мы специализируемся на множестве специальных вещей, которые мы делаем. Но одна из особых вещей, которые мы делаем, это проверяем вашу работу, чтобы убедиться, что она правильная. Хорошо, вот так. В 40%, кстати, примерно в 40% шаблонов, которые приходят к нам, чего-то не хватает, что-то написано неправильно, что-то находится в неправильном порядке. Даже несмотря на то, что мы даем им шаблон, которому нужно следовать. На самом деле я просто с ума схожу от того, сколько здесь ошибок, но именно это мы и делаем. Мы следим за тем, чтобы эти ошибки были исправлены. Так что теперь вы работаете над своим собственным шаблоном, который находится в идеальном порядке. Совершенно верно. Все в порядке. Так что это очень-очень важно, чтобы вы, ребята, поняли это прямо сейчас, поскольку мы на самом деле одобряем то, что делают дамы. И некоторые люди, сидящие сзади, тоже. У нас есть большая команда, которая одобряет их. Хорошо, и так вы отправляете письма по почте, и вам платят так просто, так легко. Если вы пишете письма, которые отправляете нам, отправляете их нам на утверждение, утверждаете, читаете шаблон, и выходите из этого шаблона точно так же, как мы его одобрили. Хорошо, так вот, буквы должны быть написаны от руки, эти кредиты будут зачислены на ваш счет примерно через 5-6 недель, а может быть и чуть больше. Здесь все по-другому. Есть разные казино. На самом деле у нас есть несколько знакомых людей, которые пишут в разные корпорации, и это может занять некоторое время. 5 недель, это может занять 4, а может и 12, в зависимости от того, что вы делаете. Но просто знайте, что как только вы войдете в их систему и начнете писать эти вещи, пройдет примерно 5-6 недель, и вы увидите, как эти монеты и кредиты поступят на ваш счет. Хорошо, теперь вы можете делать это, не выходя из дома. Прямо сейчас на мне надета красивая рубашка, потому что я провожу презентацию внизу. Я в спортивном костюме. Хорошо, но у меня нет обуви, и я сейчас выхожу из дома, чтобы освежиться. Я смотрю на задворки Лас-Вегаса. Вы могли бы делать это везде, где захотите. Если вы посмотрите на нашу группу отзывов в Facebook, то увидите, что люди исправляют свои ошибки при написании писем. Люди наблюдают за тем, как их дочь пишет письма на шоу для своей школы. Есть люди, которые наблюдают за тем, как их дети тренируются в бейсболе и футболе, а также за тем, как они пишут письма. Вы можете делать это везде, где захотите. В этом и заключается прелесть всего этого дела. Хорошо, это займет от 4 до 6 минут, в зависимости от скорости вашего письма. Так что если вы медленно пишете, то, вероятно, потребуется около 6, может быть 8, может быть 10 минут, чтобы закончить письмо целиком, верно? В каждой букве будет около 100 слов или меньше, и в каждой букве будут разные промокоды, которые вы должны ввести вот здесь, мы покажем вам, как это делается. Но сейчас на это уходит в среднем от 4 до 6 минут. Вот пример того, как много вы можете заработать. Хорошо, а теперь просто будьте терпеливы со мной. Мы не утверждаем, что это произойдет, потому что мы это понимаем. Я работаю в онлайн-индустрии целую вечность. Я занимаюсь маркетингом в этой компании. Лиза и Джули, те, кто придумал этот курс, создатели, они занимаются этим уже 2 года и зарабатывают на этом деньги. Хорошо.
хорошо. Итак, если вы будете делать то, о чем мы говорим, и будете каждую неделю писать по 10 писем в день, а это 5 дней за неделю, ты сможешь заработать $250. А это до $1 с нулем в месяц. Хорошо, так вот, как я вам уже говорил, в среднем у нас проходит от 4 до 6 минут. Таким образом, как говорится, вы можете написать 10 писем в лучшем случае менее чем за час. По большей части, если вы потратите немного больше времени. Может быть, это займет час или два, но это дополнительные $1000. Так что некоторым людям, знаете ли, может показаться, что $1000 — это ерунда. Вот что я могу вам сказать. Если у вас с 9 до 5 не хватает $1000 из вашей зарплаты, вы бы поняли это и пошли поговорить с владельцем этой компании, чтобы получить эти деньги. Вы правы. Таким образом, $1000 — это слишком много для многих людей. И, по-моему, за это можно было бы заплатить за машину, за регистрацию, за страховку, не так ли? Есть определенные вещи, за которые можно было бы заплатить всего за 1 час в день. Хорошо, теперь вы хотите зарабатывать больше. Возможно, $1 с минусом — это не то, что вам нужно. Идите, чувак, мне нужно $2, а потом напишите 20 писем. Мне нужно $3, Дастин, а потом напишите 30. Ну что же, чувак, знаешь что? $3 — это хорошо, но я действительно хочу купить новый дом, а ипотека составляет $4. И если я смогу зарабатывать дополнительно $4 с минусом в месяц, считай, что я в деле. Ну что же, напишите 40 писем, не так ли? Это может быть даже в том случае, если вы будете писать по 10 писем в час, работая по 4 часа в день, с понедельника по пятницу, зарабатывая $4 в месяц. Я ничего не знаю о вас, ребята. Я знаю многих людей, которые не зарабатывают и $4 в месяц, но при этом каждый божий день надрываются. Они поднимаются по тревоге. Они запрыгивают в свои машины. Они проезжают через пробку. Им приходится иметь дело с боссом, который им насолил. Им приходится одеваться определенным образом. Они не зарабатывают и $4 в месяц. Вы можете тратить на это 4 часа в день и зарабатывать до $4 с минусом в месяц. Мы правы. Вы просто хотите зарабатывать больше. Продолжайте в том же духе. Продолжайте в том же духе. Количество таких букв, которые вы можете написать, не ограничено. Хорошо. Теперь нам платят за каждое письмо, и мы работаем уже около месяца. Хорошо, около 2 недель назад мы вышли в прямой эфир для всех здесь, в Штатах и Канаде. Но такая возможность существует уже несколько десятилетий. Хорошо, я просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что это существует уже более 2 десятилетий и будет продолжаться до тех пор, пока существуют компании. Считаете ли вы, что онлайн-корпорации получают деньги за людей, которые заходят на веб-сайт, а также налоговые льготы за каждого посетителя? Единовременные $5 кредитов, которые вы тоже должны разослать. Как вы думаете, им это не понравится? Люди говорят, ну а что если мы приведем 1 000 000 человек? Ну что же, я могу сказать вам вот что. Если бы я владел Саутпойнтом здесь, в Лас-Вегасе, так что я смотрю на это прямо сейчас. И еще 1 000 000 человек приходил бы на мое заведение каждую неделю, потому что кто-то начал программу, которая покажет им, как заходить и играть в какие-то игры. Мы здесь для того, чтобы вы, ребята, могли получить дополнительный доход, написав эти письма, а затем используя эти игры для их конвертации. И после этого вы могли бы делать все, что захотите. Но поверьте мне, чувак, эти онлайн-компании никуда не денутся. А законно ли это? Это на 100% законно. Эти компании должны предлагать это, чтобы оставаться открытыми. Хорошо. И то, что мы научим вас, как это делать, также на 100% законно. Как я уже упоминал, вы можете найти это бесплатно. Да, вы можете. Но не хотели бы вы пойти и научиться, ну знаете, зарабатывать деньги на Форексе бесплатно, или отдать так, чтобы кто-нибудь рассказал вам, как это сделать прямо сейчас, не так ли? Или если вы водите машину, вы бы предпочли пойти учиться водить машину и надеяться, что пройдете этот тест. Или вы бы предпочли заплатить кому-нибудь, чтобы он сделал это правильно. То же самое можно сказать и о дрессировке собаки. Не хотите ли вы пойти и посмотреть все эти вещи бесплатно и обучить собаку? Или вы хотите пойти и заплатить за то, чтобы это было сделано? Не так ли? Вот тут-то мы и вступаем в игру. Мы покажем вам, ребята, как это сделать правильно. Мы все исправим для вас. Все, что мы делаем, является законным. Все, что делает корпорация, является законным. Все это соответствует требованиям законодательства. Хорошо, на данный момент мне этого достаточно. Через минуту я вернусь к партнерской части этого дела. Если вы хотите, пожалуйста, просто расскажите нам немного о том, что у вас происходит и как вы все это начали. Приступайте к процессу. Итак, я занимаюсь интернет-маркетингом с 2005 года. У меня 4 детей. 2 моих младших детей в то время были совсем маленькими, и мне просто ужасно не хотелось бросать часы и идти работать на кого-то другого. Так я стал интернет-маркетологом и добился большого успеха в 2013 году. Я стал владельцем магазина Amazon и был очень успешен в этом. Когда в 2000 году в игру вступил ковид, Amazon начал проявлять жадность. И к 2022 году они, по сути, сказали нам, что нам здесь не рады. У нас больше нет продавца из 3 предметов. И они начали продавать примерно, я бы сказала, около 50 из нас. Это потому, что в тот момент они были просто жадными. Итак, в то время, в 2022 году, весной 2022 года, я только начинала. Я открыла свой собственный бизнес. Еще один бизнес. Я предприниматель. Мне не нравится работать на кого-либо еще. Мне нравится работать на себя.
Поэтому я создала свою собственную компанию по ремонту кредитных карт и помогла тысячам людей восстановить их кредитоспособность. Но в то же время я также хотела сделать что-то, что увеличило бы мой доход, поскольку я начала развивать этот бизнес. Итак, у меня есть двоюродная сестра, которая на самом деле работает в казино, и она сказала: «Вы когда-нибудь думали о том, чтобы написать для какого-нибудь тотализатора? Вы знаете, что эти казино заплатят вам $5 за то, чтобы вы написали об этом. Вам нужно научиться играть в эту игру. Но вы знаете, что вы можете получать по $5 за каждое отправленное вами письмо. И по закону они обязаны это делать. Итак, извините меня, я начала писать в мае 2022 года. И первые 8 месяцев или около того я просто немного поиграла с этим, пока создавала свою компанию по ремонту кредитных карт. Но в начале прошлого года я действительно решила, что написание этих писем не займет у меня много времени. Лично я работаю примерно от 13 до 15 часов в час. Поэтому, когда я сажусь, я сосредотачиваюсь, потому что теперь мои дети стали старше, но я начал садиться. И моей целью было получать скидку в размере $60 в день с понедельника по пятницу с людьми, с которыми я общался в течение дня, чтобы помочь им восстановить свой кредит, и разговариваю со своими агентами по недвижимости, которые присылают мне заказы. И вот что я сделала. Я вставала утром с 7 до 9, делала свои 30 дел, писала 30 писем. Затем большую часть дня после полудня я восстанавливала свой кредит, а потом садилась и ждала звонков. И, по сути, отточила остальные 30. И вот я действительно начала стабильно зарабатывать эти $500 в неделю, $6 с минусом в месяц, и просто добавила доход к доходу моей другой компании, которой я управляю. Так вот, я решила, что я действительно собираюсь, ну, знаете, вдолбить это в себя и делать это каждый божий день. Итак, независимо от того, была ли я дома, на футбольном матче моих детей, ожидая начала игры, или я была в Мексике на отпуск. Я всегда открывала свои коды, если выезжала за пределы штата, и я люблю путешествовать, и я много путешествую. Так вот, раньше я открывала все свои коды перед тем, как отправиться в отпуск. Я делаю это, когда мои дети спят. А потом, знаете, когда все просыпались, мы отправлялись на пляж или занимались чем-нибудь еще. Делаю. А потом, как только я возвращалась домой из поездки, я отправляла все эти письма по почте. Так что я не пропускала ни одной недели. В прошлом году я писала каждую неделю последовательно, примерно по 300 писем в неделю. Таким образом, я заработала $78 с нулевым результатом. Я только что получила свои W2G от казино, для которых я пишу. Потому что это так. Я действительно должна платить налоги с этих денег, хотя на самом деле у меня их нет. Потому что я живу на средства траста, и я пожертвовала все эти деньги своему трасту. Так вот. Покажитесь, пожалуйста. Но я по-прежнему получаю свою зарплату в 2 раза больше, чем обычно. Так вот, там было указано, сколько я зарабатываю. И я заработала всего лишь чуть больше $78 в виде дополнительного дохода, который я получала на своей основной работе или в другом бизнесе. Так что я просто решила еще в ноябре. Я пыталась понять, куда я хочу пойти дальше. И у меня есть эта потрясающая программа, и я буквально сижу за своим обеденным столом и пишу свои письма, и тут как будто перегорела лампочка. Прошлым летом я купила программу под названием «Основные права на перепродажу». Некоторые из присутствующих здесь, если вы занимаетесь интернет-маркетингом, возможно, знакомы с этой программой. И чему эта программа учит вас? Так это тому, как создать свою собственную программу. Она буквально учит вас всем тонкостям создания вашей собственной программы. И так загорелась лампочка, и я подумал, я собираюсь создать программу, основанную на том, чем я занимался на тот момент 18 месяцев, и которая принесла все эти деньги. Это постоянный доход. Это может сделать любой желающий. И именно поэтому я так увлечена ПВ, потому что в прошлом многие программы, которые я использовала для продажи людям, потерпели неудачу. Большинство людей не являются прирожденными продавцами. У них нет последователей, и они колеблются. И с этой конкретной вещью может справиться любой. Если вы умеете писать и действительно будете это делать, вы можете добиться успеха. Вы можете зарабатывать на этом деньги. Я знаю людей, с которыми я делился этим за последние пару месяцев. Теперь они решили начать делиться с людьми, которые являются мамами-домоседами, которые являются моими друзьями. Соседка по дому, пенсионерка, и ей приходится нелегко. Так что я такая: «Слушай, я собираюсь втянуть тебя в это дело. Я собираюсь показать тебе, как делать эту программу». И теперь у нее появляется пара дополнительных $1000 в месяц. Так вот, именно поэтому я так увлечена этим делом, потому что я знаю, что любой может это сделать. Если вы будете следовать инструкциям, вы сможете писать, а мы сможем прочитать ваши записи. Вы сможете это сделать. Вам не обязательно спонсировать это. Вы можете это сделать, если захотите. Это дополнительный доход, который вы действительно можете получить, когда речь заходит об этой программе. Но любой может писать, любой может это сделать. Вы можете гордиться тем, что делитесь этим с людьми. Это никуда не денется. Эти компании существуют уже целую вечность. Это компании с многомиллиардным оборотом. Мы привлекаем к ним пользователей. Для них это означает списание налогов. И вот я создала
создала эту программу. Я была очень старательной. Я провела свои исследования по этому вопросу. Я лично работаю в нескольких компаниях, для которых пишу. А затем я нашла еще несколько, провела небольшое исследование и создала эту потрясающую программу. И самое смешное, что я позвонила Дастину в декабре после того, как я ее разработала, и уже начала продвигать ее, и я уже начала заниматься продажами. И я подумала: «Эй, Дастин, у тебя есть программное обеспечение, которое я увидела у тебя на Facebook, и мне нравится, как мне его получить. Например, как мне получить это программное обеспечение? Я хочу разместить его на своем веб-сайте, в этой программе, которую я создала. И знаете, в дальнейшем я хочу иметь возможность подключать его к партнерской программе для других людей». А он такой: «Ну что же, расскажите мне, что у вас есть». И вот я показала ему, и он был просто потрясен. Он такой: «Лиза, ты понимаешь, что у тебя здесь? Когда вы присоединяетесь к нашей программе, у вас появляется потрясающий источник помощи. Вы получаете бэк-офис, ответы на вопросы. Пару дней в неделю мы проводим прямые трансляции вопросов и ответов, где вы можете подключиться и задать свои вопросы. Но еще важнее наше замечательное сообщество писателей на Facebook. И что мне нравится наблюдать, когда речь заходит о нашем Facebook, так это то, что я участвую в нем столько, сколько могу. Потому что я занимаюсь всеми другими вещами, которые так важны для того, чтобы эта компания двигалась в правильном направлении. Вперед для всех, добавляя новые ценности и добавляя новые компании, которым я только что добавила пару в прошлые выходные. И у меня есть еще куча других, которые я, вероятно, добавлю в течение следующей недели или двух. Но ценность сообщества Facebook я не могу выразить словами, когда у вас есть два человека, и мы действительно приближаемся к этим цифрам. Я думаю, что на данный момент у нас около 1718 сотен человек. Я захожу туда, и кто-нибудь задает вопрос, и у меня есть примерно 1015 человек в нашем сообществе, которые отвечают на него, и они отвечают правильно. Так что они явно обращают внимание на то, чем мы делимся, чему учим и помогаем другим людям. Эй, ребята, вы все меня слышите? Хорошо, это потрясающе. Я мама Терезы. Я сижу в своей машине и слушаю эту передачу. Если вы в курсе, значит, вы в курсе. Так что самое смешное во всем этом то, что я, как Лиза, верующая, и я всегда верила, что Бог ведет нас к чему-то, ставит что-то на нашем пути не просто так. Как будто я всегда в это верила. И чтобы немного рассказать вам о своей истории, в 2017 году, когда я была беременна своим младшим ребенком, мне назначили постельный режим, и мое здоровье было на пределе. И это навело меня на мысль, что мне нужно придумать способ зарабатывать деньги дома, потому что я нахожусь на постельном режиме. Мы только что купили дом. Похоже, для нее это было самое неподходящее время. На самом деле я не знала, что беременна, когда мы купили наш дом и начали строительство. Так что это была просто одна из тех вещей, где я должна была получать доход. Так что я начала работать в онлайн-пространстве, в сфере сетевого маркетинга и стала лидером в этой области. И многие люди стали обращаться ко мне в поисках способов заработать деньги, не выходя из дома. Потом я поняла, что социальные продажи просто выжгли меня из колеи. Я вообще ничего не имею против MLM. Это было невероятное время для меня и моей семьи, и оно принесло нам огромное благословение с 2017 по 2020 год. Но когда случился ковид, многое изменилось. И это как бы открыло мне глаза на другие способы зарабатывать деньги, не выходя из дома. И я бы молилась об этом. Я пробовала разные вещи. В прошлом году я занялась цифровым маркетингом, и это, знаете ли, было невероятно. И, честно говоря, это привело меня к этому, потому что я действительно думаю, что как только я проникнусь этим мышлением «вау», как будто подобные вещи действительно являются тем, что произойдет в будущем, вы поймете, что понимаешь, о чем я говорю. Я занимаюсь цифровыми продуктами. А потом, как только я услышала об этой возможности, моя мама сказала мне: «Кортни, ты должна помочь мне найти способ зарабатывать деньги, не выходя из дома. Ты знаешь, я просто хочу что-то делать». Она ушла на пенсию. И ты знаешь, что во всех миллионах предприятий, в которых я участвовала, мой муж никогда не принимал в этом участие. Он водитель грузовика. А потом, когда он услышал рассказ моей мамы, он услышал, как я рассказываю своей маме об этом деле с письмами, которые я нашла для нее. Он такой: «Что это, милый? Я хочу это сделать. Ты всегда подрабатывал на стороне и зарабатывал дополнительные деньги для нашей семьи. Я умею писать письма. Я хочу этим заниматься». Так вот, он сказал. Ну, у бизнеса есть две стороны. Ты же знаешь, ты можешь писать свои письма. И кроме того, есть еще и партнерская сторона. Я сказал, это что-то вроде моего джема. Потому что мне нравится помогать и показывать, люди находят способы заработать деньги в интернете. Мне нравится помогать людям. Это просто моя страсть. Вы знаете, на самом деле это не продвижение продуктов и тому подобное. Но мне нравится часть этого процесса, связанная с формированием команды. Понимаете, вкладывать в людей свою любовь, помогать им быть наставниками. Я чувствую, что это моя страсть и мое призвание. Так вот, он сказал: «Ну что же, ты занимаешься социальными сетями и помогаешь мне с партнерской деятельностью. Я напишу наши письма». Таков был наш план на игру. Я вышла в прямой эфир или сделала ТикТок. И вот, о чудо, ТикТок стал вирусным. И у него набралось около 1,6 миллиона просмотров, 80 комментариев. И я подумала, что... И действительно, в ту ночь я сидела в своей постели и плакала. И еще, мы понимаем вас, Кортни, потому что мы чувствуем то же самое. Так и есть.
Так оно и есть. И когда вы начинаете вести эти разговоры с этими людьми о том, что происходит в экономике, как это повлияло на них, и как эта возможность может благословить мать-одиночку или маму, которая, как и я, пытается понять, она выбрала свой следующий путь. Потому что ей просто нужны дополнительные $500 в месяц, чтобы платить за машину или за продукты. Одному Богу известно, как дорого это сейчас обходится, знаете ли. И поэтому во время этих бесед мое сердце просто загорелось. И я не могла перестать рассказывать об этом, потому что я подумала, если бы я знала, как сильно это может изменить мою семью, и это уже произошло, что спасибо вам, Дастин и Лиза. И еще, это Лиза. Вы, ребята, просто потрясающие. Но позвольте мне сказать вам, что поддержка здесь была просто невероятной. И я не могу выразить словами, ребята, как я благодарна вам за предоставленную возможность. И я думаю, что я также говорю от имени всего сообщества TikTok. И я знаю, что многие из них находятся здесь и слушают нас. Вы, ребята, можете выпускать что-то подобное, чтобы учить людей и наставлять их на протяжении всего процесса, постоянно что-то добавляя к этому. Добавляя наше приложение, которое скоро появится, и все эти удивительные вещи, которые меняют жизнь. И если люди просто поймут, что перед ними открывается такая возможность, и это путь в будущее, то будущее за цифровым маркетингом. Подумайте о том, как зарабатывать деньги, не выходя из дома, Так что я могу взять свой планшет, пока стою в очереди на автоответчик, и писать письма, пока жду, когда мои дети придут из школы. Как будто я подписалась писать письма прямо сейчас. Честно говоря, я даже не собиралась этого делать. Я просто собиралась заняться партнерской деятельностью. Но после того, как я увидела, как сильно это повлияло на людей, я имею в виду, и насколько просто заработать эти деньги, почему бы вам не сделать это? Я так думаю. Так или иначе, вот и вся моя история. Я люблю вас, ребята. Если вас пригласили сюда, поблагодарите того, кто вас пригласил. Потому что, если вы позволите этой возможности изменить вашу жизнь, это обязательно произойдет. И я смогла получить свой первый платеж и заплачено за письмо, и расплатиться за свою машину. Так что это на один платеж в месяц меньше на $420, о чем мне нужно беспокоиться. Так что, поблагодарите Господа за это. И, да. Мне это очень нравится. Обычно, как правило, мы не занимаемся этим слишком долго. Но прямо сейчас у меня мурашки побежали по коже. Я и сам немного всплакнул. Это действительно от чистого сердца, прямо от члена клуба. И это только одна из тех вещей, которые, как я вижу, вдохновляют людей здесь, которые, вероятно, могли бы открыться и часами рассказывать о том, как это меняет жизни людей. В буквальном смысле этого слова, когда люди понимают, что здесь происходит, вы думаете, вау, это что-то совсем другое. Давайте продолжим и перейдем к делу по-быстрому. Итак, я собираюсь снова поделиться своим экраном, потому что это часть работы с клиентами, не так ли? И вы, ребята, видите, что это изменит жизнь людей. Это уже произошло. Это уже происходит. Мы собираемся изменить жизни еще большего числа людей по мере того, как это будет продолжаться. Так что цена этого курса прямо сейчас составляет 9 уроков. В общей сложности он длится 19 минут. Теперь Лиза постоянно кричит на меня, говоря, что хватит повторять 19 минут, правильно, но это всего лишь 19 минут видео. Сейчас мы предлагаем вам потратить около часа, ну вы понимаете на это. Пройдите до конца. Да, ну что же, в первый раз час, а потом может быть еще час или два. Таким образом вы все поймете правильно, а затем пройдете все курсы. Но на самом деле это 19-минутное видео, не так ли? У вас есть поддержка сообщества. Вы только что получили сообщение от потрясающего человека. Люди спешат пройти через это, потому что именно здесь в игру вступает атмосфера. Итак, Джастин любит говорить 19 минут, а я говорю от 1 до 2 часов, чтобы по-настоящему усвоить то, чему мы вас учим. Чтобы вы действительно делали это правильно и понимали, что у вас здесь есть. Да, нет, я все понимаю. Вы правы. Так что в любом случае, поддержка сообщества — это безумие. Как мы уже говорили, у нас есть Кортни. Есть Пейтон, есть Спринг, есть Марианна. А вот и Мэн. Я вижу там немного Трейси. Я вижу там так много людей, которые всегда просто отвечают на наши вопросы. Донна Шрок, как всегда, прямо сейчас. Если вы не запомнили свое имя. Это Кайл. Да, там много парней. Это Кайл. Да, Ник. Они все там с головой ушли в ответы на вопросы. Это потрясающее зрелище. Конечно. И мы получили одобрение шаблона, не так ли? Вы должны начать рассылать письма прямо сейчас. Если вы начнете сегодня вечером, то действительно, если шаблон будет настроен или одобрен, вы сможете начать писать письма сегодня же вечером. Неужели это произойдет так поздно? Может быть и нет, но довольно быстро. Возможно, завтра вы получите одобрение вашего шаблона. Вы можете начинать писать. Я предлагаю вам, ребята, не писать до тех пор, пока вы не получите одобрение от реальной онлайн-корпорации. Вы можете начать собирать их промокоды, но не делайте этого до тех пор, пока не докажете это на деле, потому что вы никогда не знаете. Может быть что-то, что вас не одобрит. Но цена за это составляет $224.99. В стоимость входит $199.99. В стоимость входит плата за установку, а также ваши $25 за первый месяц. Хорошо, вот и вся цена за то, чтобы стать клиентом. Вы могли бы быть клиентом и заниматься этим весь день напролет. Хорошо, теперь мы перейдем к другому аспекту этой игры. Как уже говорила Кортни, здесь присутствуют мы с Лизой и многие другие лидеры. Мы хотели бы заработать немного денег, поделившись чем-то действительно крутым. Не так ли? Итак, у нас есть классная партнерская программа, которую мы поставили на первое место. Итак, Лиза была автором идеи, а Джули — автором курса. Я ввязался во все это вместе с партнерской программой, и у нас все получилось очень-очень хорошо. Окей, похоже, кто-то появился прямо у меня на экране. Спасибо за эти синие линии. Вы просто великолепны. Но в любом случае, вам не обязательно присоединяться к нашей дополнительной партнерской программе. Вы можете писать письма целый день напролет. Не беспокойтесь о том, чтобы поделиться этим с кем-нибудь. Вы могли бы раздеться в своей комнате. Делайте это, если хотите. Вы можете делать все, что
что вам заблагорассудится. Но если вы хотите, чтобы вам заплатили, поделившись этим, и чтобы вам заплатили немного раньше, чем, ну, знаете, чем спасибо вам за это, Ник. Кстати, если вы хотите, чтобы вам немного заплатили немного раньше, чем через 5-6 недель, и мы начнем делиться этой программой только в прошлую пятницу. Прошлую пятницу мы заплатили $101 без учета комиссионных. Мы были открыты полторы недели. Я думаю, что так оно и было. И мы заплатили $101 без учета комиссионных только за эту партнерскую программу. Вы правы. И я просто говорю это не для того, чтобы показать себя, но это супер-супер захватывающе, что мы смогли это сделать. Вы правы. И как мы уже упоминали, вам ребята определенно заплатили. Все в порядке. Так как же получить право на получение денег с помощью партнерской программы? Ну, в общем, это то же самое, что быть клиентом. Вы платите свои $199.99. Плата за установку будет включена в ваши $224. Вы будете платить свои $25 ежемесячно. Это также входит в ваши $224.99. Верно? Вы также заплатите единовременный партнерский взнос, чтобы стать партнером. Это означает, что не все, что приходит, является партнерским. Все больше людей будут писать письма и вступать в партнерские отношения. Но если вы хотите заработать на этом, вам придется заплатить комиссию в размере $20. Теперь мы можем отказаться от этого, если у нас будет слишком много людей, которые являются нашими клиентами, или слишком много промоутеров. Мы должны соблюдать определенный баланс, чтобы оставаться послушными. Вот почему мы установили плату за 1-2 раза, чтобы убедиться, что не каждый может зарабатывать здесь деньги, потому что в таком случае мы бы долго не продержались. Итак, прямо сейчас вы вносите туда партнерский взнос. Как вам платят? Есть 4 способа получить деньги. Это довольно круто и для других способов получения денег. Вы можете получить $100 за каждого привлеченного вами прямого реферала. Вам заплатят только один раз. Так что по мере того, как они будут приходить, вы будете получать эти $100 дважды в месяц. По сути, это $100 за один раз, но вы будете получать зарплату дважды в месяц. Так что если вы привлечете 1000 человек, это не будет таким уж безумием. Вы приведете 10 человек с 1 по 15 число. Это означает, что 21 числа вам заплатят 1000 баксов, верно? С 16 числа и до конца месяца вы приведете 10 человек. Это означает, что 7 числа следующего месяца вам также будет выплачено $1000. Вы приводите с собой одного человека и получаете 100 баксов, вы приводите двоих и получаете $200, и так далее, и тому подобное. Это только один раз, верно? Вы также получите остаточную плату, вы получите $5 в месяц за каждого прямого реферала. Вам также будут платить по $5 дважды в месяц. Мне нужно изменить то, как я это сказал. Я должен это изменить. Но в принципе, если вы приведете тех же самых 10 человек с 1 по 15 число месяца, а затем 21 числа этого месяца, вам заплатят по $5 за каждого. Прямой реферал в дополнение к $100. И каждый месяц, пока он активен, вы тоже будете получать по $5. Таким образом, в итоге у вас будет 1000 активных пользователей, которые будут работать под вашим началом в течение, ну вы понимаете, первой недели, двух или месяца. Неважно, сколько времени это займет, и вы будете получать $5 с минусом в месяц только от ваших прямых рефералов. Хорошо, а теперь люди спрашивают, ну а как мне будут платить, если я приведу, ну знаете, Дженну, а Дженна придет и приведет 1000 человек. Я тоже хочу заработать на этом немного денег. И мы добрались не до того места, где есть разные уровни, которые являются глубокими. Мы поместили сюда матрицу, что означает, что теперь мы работаем в масштабах всего сообщества, не так ли? И таким образом вам будут платить по 50 центов за каждого человека в вашей матрице глубиной до 10 уровней. Им не обязательно быть прямыми, не так ли? Они могут быть и побочными. Вам не обязательно их приводить. Если они попадут в вашу матрицу, вы получите 50 центов. А 50 центов на самом деле ничего не значит, верно? Вы можете сделать 2 телефонных звонка в течение дня, ну знаете, по четвертаку за каждый телефонный звонок. Но когда количество звонков доходит до 100 тысяч или 10 человек, это становится огромной суммой. И это не считая того, что вы также получите совпадение, и это совпадение абсолютно сумасшедшее. Так что с каждого прямого эфира, который вы привлечете, вы будете получать 50% от всего, что они заработают в матрице. Итак, вы действительно привлекли Дженну. И давайте предположим, что Дженна действительно заработала $10 в том месяце в матрице, тогда вы получите $5 с минусом. Из них за ее старание. Таким образом, чем больше у вас будет прямых ссылок, тем больше совпадений вы получите на 50%. Именно это мы называем вознаграждением людей, которые готовы пойти и подтолкнуть вас, верно? То же самое происходит с автомобилем в автосалоне, с людьми, которые зарабатывают больше всего денег, с автосалоном или как? С людьми, которые продают больше всего автомобилей. Итак, если вы хотите заработать на этом больше всего денег, тогда идите и продавайте наибольшее количество курсов людям, которые в этом нуждаются больше всего. Хорошо, машина нужна всем. Кроме того, всем нужен какой-то дополнительный доход. Давайте немного углубимся в матрицу. Итак, она состоит из 10 уровней в глубину и 3 в ширину, по 50 центов за каждый, верно? Если вы заполните весь первый уровень целиком, то заработаете $50 в месяц. Если вы заполните весь 10 уровень целиком, то заработаете $29,524 и 50 центов в месяц, включая 9 уровень, 8 уровень, 7 уровень, 6 уровень, 5 уровень и так далее и тому подобное. Хорошо, в зависимости от того, где они находятся в вашей матрице, вы будете зарабатывать именно столько денег. Хорошо, а теперь давайте перейдем к тому, как работает матрица. Это самый главный вопрос, который возникает у людей. Так что же такое матрица? Как работает матрица? Что мы здесь делаем? Ну что же, вот тут-то вы и будете поражены. Итак, это матрица размером 3 на 10 дюймов. Итак, давайте представим, что это компания. Поскольку компания привлекает людей, то первое лицо идет прямо сюда. Давайте представим, что это Ник. Тогда давайте представим, что это давайте перейдем к позвольте мне найти людей, которые находятся здесь. Давайте перейдем к Ребекке. Хорошо, тогда вот этот человек, который
приходит сюда, является пользователем iPhone, не так ли? Ну что же, они собираются пойти и заполнить эти три ячейки. Хорошо, а теперь давайте предположим, что придет Кайла. Кайла в конечном итоге окажется прямо здесь. Давайте предположим, что придет Натан. Натан в конечном итоге окажется прямо здесь. Давайте предположим, что придет Конни. Конни в конечном итоге окажется прямо здесь. Просто идите налево, в центр, направо, налево, в центр, направо. Вот так и заполняется матрица. Таким образом, вторичный эффект работает так, как будто вы недостаточно быстро заполняете свою матрицу, а ваш спонсор заполняется быстрее, чем вы. Это будет происходить под вашим контролем. Давайте предположим, что этот человек прав. Вот Конни. Давайте предположим, что я привел Конни сюда. Ну что же, Конни вон там, на лужайке. Извините за зеленый цвет. Похоже, вам немного не здоровится. Возможно, у вас была неудачная поездка на машине или что-то в этом роде, что бы это ни было, но это вы сами решили отправиться в отпуск на неделю. И к тому времени, как вы вернетесь, вы начнете по-настоящему продвигать рекламу с оплатой за каждое письмо. Ну что же, к тому времени человек, который привел вас сюда, может начать привлекать людей. И как вы могли заметить, это должно происходить в определенном месте матрицы. Итак, эти два человека, вот этот и тот, что рядом с ними, теперь являются побочными эффектами от вас. Вы будете получать по 50 центов за каждого человека. Давайте представим, что человек, которого вы привели прямо сюда, это Шелли, и Шелли просто идет, давит и приводит 10 человек. Ну что же, пока они находятся в вашей матрице на глубине 10 уровней, вы будете получать по 50 центов за каждого человека, которого приведет Шелли. Хорошо, я не собираюсь торчать здесь весь день. Сейчас же. Вот тут я действительно хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Вот как работает матрица. Ко мне приходит много людей, у нас их более 17 сотен, что-то в этом роде. Я не уверен, что это правильное число прямо сейчас, поскольку в нашей компании уже есть те, кто находится в матрице. Хорошо. И некоторые люди пришли под номером 10, под номером 100, под номером 200. И они такие: чувак, здесь 17 сотен человек, но я вижу только четверых в нашей компании. Моя матрица. Ну что же, позвольте мне объяснить вам, почему вы можете создать свою собственную матрицу. Итак, давайте представим, что наша компания номер один. И давайте представим, что первый человек, который приходит на работу, это А, затем Б, а затем С, верно? Давайте представим, что С — это вы. Ну что же, это означает, что любой, кого приведет А, в конечном итоге окажется здесь, в матрице А. Значит, вы не думаете, что их не будет в вашей матрице, верно? Любой, кого привлечет B, будет в матрице B, или, может быть, кто-то привел их, и они попали под B. Они будут в матрице B прямо сейчас. Любой, кто окажется здесь в конце концов. Угадайте, что? Они окажутся под вашей матрицей. Давайте просто скажем, что G пришел и привел с собой миллион человек. Этих миллионов людей не будет в вашей матрице, потому что вы здесь, не так ли? Так вот, как работает матрица. Вы ведь можете сохранить каждого человека, который есть в вашей матрице, не так ли? Так что если вы F, то это прямо здесь, и любой человек, которого привлечет C, поможет вам заполнить вашу матрицу. Или если вы C, и вы привлекли F, то любой, кого привлечет F, будет включен в вашу матрицу. Они не будут находиться за пределами вашей матрицы, но вы не сможете привлечь в свою матрицу никого, кто находится за ее пределами. Таким образом, вы не увидите ничего от B, H, K, A, D, G, J, всего этого хорошего материала. Хорошо, еще раз повторяю, дамы и господа, это и есть матрица. Вот тут-то и начинается самое интересное. Вся матрица заполнена на 44 286 долларов. Если вы заполните всю свою матрицу целиком, многие люди скажут: о да, это так просто. Здесь так много людей, которые могут это сделать. Прямо сейчас все это настолько безумно, что матрица людей будет заполнена, не так ли? Это просто произойдет. И даже если вы не заполните ее полностью, просто идите и сделайте ее золотой. Доведите ее до того уровня, когда вы будете получать 10 долларов в месяц на своей матрице, и вы создадите потерянную. Что именно? Премиальных предостаточно. В любом случае. Это бонус. Очевидно, что люди не попадают в ловушку своей матрицы. Сосредоточьтесь на том, чтобы делиться ею, помогать другим людям и писать свои письма. Вы заработаете достаточно денег, и все, что вы заработаете на этой матрице, будет просто глазурью на торте. Совершенно верно. Совершенно верно. Таким образом, в вашем бэк-офисе, где вы являетесь клиентом, вы будете получать дублированные страницы захвата точно так же, как здесь. Вы получите страницы 90-го круга точно так же, как здесь. Кстати, на эту страницу с записями подписываются 65% пользователей. Что это значит? Это означает, что если ее увидит 100 человек, то 65 человек подпишутся, потому что никто не видел то, что у нас есть. Они просто не понимают, что у нас происходит. И именно поэтому мы выбрали именно их. Я имею в виду, что большинство людей, которым мы отправляем трафик, видели партнерский маркетинг, и это всегда лосьоны и микстуры, а этого никто не видел. Так что они все подключаются. И целевые страницы также отслеживают электронные письма. Так что то, что у меня получается лучше всего, это то, что я действительно все автоматизирую. Так что подключайтесь. Если вы хотите стать промоутером, вы становитесь промоутером. Вы начинаете привлекать людей на свою страницу захвата, когда они регистрируются. Мы делаем все за вас. И мы действительно доставляем их сюда. Мы выполняем за вас всю работу на заднем плане. Конечно, вам придется немного поработать над «да», но все это входит в стоимость обучения. Вчера мы провели тренировку с вопросами и ответами. В пятницу мы проведем еще одну тренировку с вопросами и ответами утром. Мы также раздаем несколько марок, а также отпуск в Лас-Вегасе в пятницу. И единственное, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в этом мероприятии, это присоединиться к нашим розыгрышам и стать платным участником. Хорошо. Говоря о том, чтобы стать платным участником, обязательно свяжитесь с тем, кто пригласил вас сюда. Хорошо, независимо от того, получили ли вы электронное письмо, текстовое сообщение или сообщение на Facebook, кто-то постучал в вашу дверь. Свяжитесь с ними, получите их ссылку и сразу же приступайте к работе.